За самоотверженный долголетний труд Федор Григорьевич Жмакин получает заслуженную награду. Всю войну он мальчишкой трудился в тылу. В 11 лет встал за токарный станок. Наставник учил мальчика всего 3 недели. Потом Федору Григорьевичу пришлось осваивать ремесло самому. Так я начал работать, осваивать. Трудно было, конечно, подсказывать некому по литературе. Значит, я все освоил. И через 4 месяца мне дали 4-й разряд. Стали уже считать меня полноценным рабочим. За успехи в развитии ветеранского движения и военно-патриотического воспитания почетным знаком губернатора Самарской области награждены 5 человек. В канун 70-летия Великой Победы еще 5 самарцев награждены юбилейными медалями от имени президента Российской Федерации. Каждый ветеран должен почувствовать, что для нашего общества нет более уважаемого человека, чем участник Великой Отечественной войны и дружник тыла. И это нужно не только ветеранам, героям нашей Великой Победы. Это нужно нам, всем, тем, кому еще долго и долго жить на этой земле. Главные торжества ждут ветеранов 9 мая. Многие из них примут участие в Параде Победы, который пройдет на площади Куйбышева. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События.